Специальное предложение только сегодняшнего дня. Это ободок ArtTrade за 1299 рублей. Те самые микросферы технологий, которые в Советском Союзе были засекречены, доступны только военным и космонавтам. Сегодня для вас специальная цена только один день 1299 рублей. Если у вас бессонница, головные боли, у вас скачет давление, у вас депрессия, вы чувствуете себя ослабленной, у вас температура, вам нужен ободок на голову от бренда ArtTrade. Только один день, 43% экономии. Торопитесь, звоните, количество ограничено. И сегодня, кто дозванивается до прямого эфира, чтобы оставить свой отзыв и свою историю, которая связана с брендом ArtTrade, каждый телезритель, который будет выбран нашей великолепной Светланой, получит в подарок бесплатно вот эту подушку. Ну, Светлана Крисько, психофизиолог, психолог, советник Российской академии естествознания, арт-терапевт, почетный доктор наук. Светлана Крисько сегодня рассказывает о том, как микросферы изменят вашу жизнь. Но она больше, конечно, рассказывает, как ее жизнь изменили микросферы. Светлана, доброе утро. Доброе. Расскажите, пожалуйста, что такое микросферы? Ага. Микросфера – это, не устаю рассказывать, это всего лишь шарик. Шарик пустой внутри. Если, например, вы бы почувствовали это пальцами, то это, ну, было бы так, как будто это тальк. А на самом деле, учтите, это стеклянные шарики с тоненькой стенкой от 15 до 200 нанометров. То есть абсолютно малепусенькие, их можно увидеть только в микроскоп. Но если их увеличить, то они выглядят как мыльные пузыри. Вот таким вот образом. Они такие же совершенно насквозь просвечивающиеся. И самое главное, чем они обладают. Потому что их льют из полевого шпата, делают стекло, стекло взрывают. И стекло естественным образом превращается вот в эти диаметры. Но эти диаметры не просто. Эти диаметры имеют пропорции золотого сечения. И каждый раз, когда завод делает новую порцию, а мы сейчас настолько мгновенно меняемся, то есть вот вибрации Шумана, которыми Земля, да, наша вибрирует, они были 7,8 сотни лет. А потом вдруг в 2012 году начали расти, причем по экспоненте, вот так очень резко. И сейчас уже 50 в этом году. Ничего себе. То есть это совершенно нереально. Мы совершенно с вами изменились. У нас изменился атом, он совершенно другой. И каждая наша клеточка засветилась. Это называется центросома. Это была частица внутри клетки, которую не знали, для чего она существует. Она спала. Вот какая-то геометрическая частица была и была. И вдруг увидели в микроскоп, что все наши клетки засветились. То есть мы просто другие. Каждая клеточка светится. И вот смотрите, почему это важно и почему я об этом рассказываю. Вот эти полевой шпат, превратившийся вот в эти шарики, он что делает? Он как линза. Вот свет наш, он преломляет, то есть через внешнюю стенку проходит свет, проходит до внутренней стенки, от внутренней стенки отражается, пересекает внешнюю стенку и выходит точно таким, каким вошел. Так вот, этот луч и отражают микросферы. Вот в чем уникальность этих изделий. И от того, что это отражается 100%, вы получаете физиопроцедуру вот этой светящейся клетки, совершенно безопасную, вашу, индивидуальную. И учтите, что у всех излучение абсолютно индивидуальное, нет ни одного человека похожего. И шарики обязательно найдутся вашего именно диаметра. И вы получаете вот именно такой уникальный физиопроцедуру собственной частоты вибрации, абсолютно безвредную. Учтите, вот ко мне приходил священник, и он пришел с таким несчастьем. У него родился ребенок, и этот ребенок был с такой патологией, что врачи сказали, что вряд ли он когда-либо будет нормальным, потому что у него отсутствовали рефлексы, и, скорее всего, он не будет жить. И он пришел, сказал, ну, как говорится, Богу угодно, но, тем не менее, купил микросферы. И что вы думаете, после того, как ребенок этот начал лежать на подушке, вот 50 на 70 такая подушка есть, и все,
Этот ребенок стал абсолютно здоров. И на сегодня он здоров. Уже прошло 2 года или 3, как потрясающе. Этот ребенок живет. И столько таких историй, которые телезрители рассказывают, когда дозвонятся в прямой эфир. Кстати, лучшая история сегодня. И расскажите ее в прямом эфире. И ваша подушка от бренда Артрит абсолютно бесплатно. Сегодня Светлана выберет в прямом эфире, кто получит этот подарок от бренда Артрит. В прошлый раз нам звонила телезрительница. У нее плечо болело 30 лет. Она не могла избавиться от боли, сидела на обезболивающих. После того, как она стала ходить в повязке от бренда Артрейд, у нее прошло плечо. Мама после инсульта восстанавливалась с помощью Артрейда. Ребенок, который заболел, простудился, подхватил где-то вирус, за одну ночь в капсуле вылечился, потому что это те самые микросферы, которые были засекречены в Советском Союзе, еще используются в ожоговых центрах, в перинатальных центрах для вынашивания недоношенных детей. Мы знаем, что микросферы использовались в свое время в космонавтике и в военном деле, но были доступны только самым высоким чинам. И это те самые технологии. Вот посмотрите, это патент европейский. Продается сейчас Артрейд на Европу. Это Германия, Латвия, Израиль покупает сейчас Артрейд очень активно. Ну, санкции наложили, а сами покупают. Звони и заказывайте. Это ободок на голову. Прекрасная покупка. Первая, да, если вы хотите познакомиться с брендом Артрейд. Вот я знаю, что Светлана сегодня вообще всю ночь не спала, но так прекрасно выглядит. Абсолютно. Я, кстати, была потрясена. В общем, ну не сплю все, думаю, что, потому что крещение. 2 часа ночи переписывалась. Ну, то есть, короче, абсолютно. И уже в компьютере. Так вот, микросферы, они, как вам сказать, они налаживают сон, но они делают ваш организм грамотным. Вот как ему нужно, так и нужно, как бы. И если вдруг вы не спите, вот я вообще не человек, который всегда спит идеально, то есть у меня вообще с этим нет проблем, но с микросферами я начала спать по 5 часов. А иногда вот сейчас даже не сплю. Вы понимаете, мы живем совершенно в другом пространстве, вы просто должны это знать. И за 15 лет, которыми я занимаюсь микросферами, я потрясена, насколько это все усиливается, действие микросферы. Оказывается, почему? Как я сказала, шум меняется. Каждый буквально день мы растем. Вы представьте, если с 7-8 герц это дошло до 50 всего лишь за несколько лет. Так что и это продолжает расти в геометрической прогрессии. Понимаете? То есть наше тело, наша клетка, все другое. Помните об этом. И микросфера – это совершенно альтернативное лечение ваше. Спасибо огромное. Друзья, звоните и заказывайте. Главный товар дня – самая выгодная покупка.